Друзья, всем ассаламу алейкум. Сегодня мы с вами приготовим оладушки. Что нам для этого понадобится? Мы пропускаем через терку, через крупную. Нам нужно будет присолить, чтобы выделялась влага. Все, подвигаем в сторону кинза и небольшое количество петрушки. Так, зелень накрошили. Прошло где-то буквально 5 минут. Откидываем на сито. И вот так ложечкой аккуратно приминаем, чтобы убрать всю лишнюю влагу. Вот такое количество у нас влаги вышло. Поэтому сейчас перекладываем в другую миску. Добавляем муку. Я беру где-то 3 столовые ложки. Добавляю одно яйцо, также немного присолю, добавлю черный перец, добавляю зелень, все это тщательно размешиваю. Такое тесто у нас получается. Оно не жидкое, не расплывается, но в то же время имеет неплохую массу, которая отлично держится во время обжаривания. Все, друзья. Итак, добавляем немного растительного масла. Значит, берем столовую ложку, выкладываем наши оладушки. Создаем формочку, которая вам нравится. Все, обжариваем до золотистой корочки, примерно по 2 минуты с каждой стороны, и наши оладушки готовы. Вах, 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 как я люблю эти корочки, а! В принципе, все, друзья, оладушки у нас практически готовы. Мы выключаем плиту, накрываем крышку буквально на пару минут. Так, выкладываем оладьи. Добавляем соус, сметана, йогурт. Украшаем зеленухой, микрозелень, горох и, конечно же, куда без свежих овощей. И попробую. Вот так это все дело замешиваем. И супер! Смотрите, тесто не разваливается, да? Оно не жидкое. Особенно в сочетании, вот у меня здесь йогурт, можно добавить сметанки. И вот этот томатный соус, сочетание безумное, конечно. Реально вкусно. В принципе, все, друзья, наш завтрак готов. Если вам понравилось, обязательно поставьте палец вверх. Мы с вами не прощаемся, потому что каждую неделю я выпускаю по одному ролику. Всем приятного аппетита, до скорых встреч.